вопрос, у меня два вопроса, вернее. Первый, я не взялся хорошо представить артиста Евгения Куземина, потому что лично не очень знаком с творчеством. Возможно, это я один тут такой, но все-таки просьба рассказать вот чуть-чуть побольше о том, что... А в этнографии? И второй, вот я знаю, что есть фотография с группой Drink, которая у нас тут как бы звучит и, в принципе, продается в магазине. Вот эту связь получше прояснить. Начну с последнего вопроса. Группа Drink, порождение кубаноидное, у нас так принято на Кубани называть друг друга, то есть как встречаются два негра, привет, нигер, ха, привет, нигер. Так у нас вот люди на Кубани, привет, кубаноид, привет, кубаноид. Ну вот, мы как кубаноиды, как самонадеянные кубаноиды, в 98 году приехали в город-герой Москву с тем, чтобы перестать быть кубаноидами, стать, я не знаю, как вы себя здесь называете? Москалями проклятыми. Наверное, к этому мы подсознательно стремились. Соответственно, к этому моменту у нас фактически был записан альбом. Вот, и мы дописали в Москве еще две песни туда, и вышел первый наш альбом группы Drink, он назывался «Смерть в Венеции». И, соответственно, с 98 года вот нелегально фактически от группы Drink остался здесь только я в качестве исполнителя песен и наш директор Сережа Богов. Ну вот, собственно говоря, в группе Drink я занимался тем, что писал песни и исполнял их под гитару. Когда меня просили не играть на гитаре, просили просто петь. Пой, говорят, пой, мы сыграем. Ну, у меня тогда немножко было другое настроение, думаю, нужно играть. Вот. Ну, по большей части это было связано с тем, что вот, когда стоишь, вот, заметьте, да, вот, сидишь так, уже руки где-то, да? А вот гитары нет, вот куда их девать, когда поешь? Вот, начинают размахивать эти повороты, ну, сложно, его уровня не достиг. Вот, собственно говоря, вот все, что, как бы, все, чем могу ответить на эти вопросы на сегодняшний момент. Вот, ну, все, что вы слышите, за исключением вот, ну, первой песни грустной, все остальное группа Drink не играла. Грустная песня была чуть ли не заглавной в нашем первом альбоме.